Вода с червями. Неприятный сюрприз обнаружили жители Каушан. Они прислали в нашу редакцию видео, на котором водный фильтр забит червями. Представители Центра общественного здоровья в Каушанах говорят, что 2 недели назад к ним обратился житель города. Он сказал, что обнаружил в водопроводной воде червей, но специалисты, которые прибыли для проверки, не смогли подтвердить его слова. Мы взяли пробы воды и проверили ее на предмет химического и биологического содержания. Все оказалось в пределах санитарных норм. Органолептический метод также подтвердил, что все в порядке. Руководство предприятия АП-канал в Каушанах уверяет, что воду проверяют еженедельно во всех зонах города. До сих пор никаких проблем не обнаружили. Директор предположил, что виной всему может быть изношенность водопровода. По его словам, сейчас идет процесс замены металлических труб на пластик. У нас очень старые сети. Некоторые водопроводные трубы прослужили 2 срока эксплуатации. Возможно, где-то образовалась трещина. Они могут возникнуть в любом месте, поэтому мы постоянно следим за качеством воды. В Каушанах к водопроводной системе подключены 5600 домов.